Поддержать павлодарских олимпийцев собрались студенты колледжей, спортсмены, депутаты маслихатов, представители НПО и молодежного крыла «Жас-Отан». В составе национальной сборной Казахстана от Прииртышья будут выступать 7 спортсменов по 3 видам спорта – биатлон, лыжные гонки, шорт-трек. Неоднократный участник олимпийских игр Денис Кривушкин передал свои пожелания соотечественникам. Будем все болеть, естественно, на зимних олимпийских играх. Я думаю, что должен быть очень хорошим результат. Каким он будет, мы это узнаем, но болеть будем. Павлодарские спортсмены, отобранные в сборную Республики Казахстан, были обеспечены всем необходимым для их подготовки. Подготовка олимпийцев проходила в усиленном режиме по 2-3 тренировки в день, 6 раз в неделю. Большие надежды возлагаются на лыжницу Анну Шевченко, которая неоднократно показывала высокий результат. Анна Шевченко бронга универсиада. В прошлом году на зимней универсиаде в Алматы Анна Шевченко в составе сборной Казахстана завоевала 5 медалей. Сегодня в целях поддержки этих спортсменов мы провели такую акцию. Она будет продолжаться до 25 февраля. У нас еще в планах собраться вместе и смотреть прямые эфиры. Акция в поддержку павлодарских спортсменов продлится до окончания Олимпийских игр. Кумусай Асайнова призвала общими усилиями поддержать наших спортсменов и оказать им моральную поддержку. Напомню, что 23-й зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля. Азиза Исабай, Досымбек Токай, Ертыс Информ.